Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, дорогие наши подписчики. Как ваше здоровье, как настроение? Я думаю, все у вас хорошо. Но у нас на сегодняшний день 3 июля. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Всем подписчикам огромный-огромный привет. 3 июля 2024 года. Да, мы выезжаем из Москвы в Таджикистан на машине. Почему мы сейчас по-русски говорим? Мы всегда говорили по-узбекски. Вот, всегда нам писали в комментариях, говорите на русском или на таджикском. Кому наше видео интересно было, этому человеку наши вот эти вот узбекские разговоры непонятно было. Да, чтобы всем было понятно. Чтобы всем было понятно, в этот раз теперь только по-русски будем говорить. Только для вас. Да, у нас есть подписчики. С вас только лайк и хороший комментарий. Потому что у нас есть подписчики из Таджикистана, ага. Из Казахстана, из Киргизии. Возможно, возможно, да. Да. Чтобы всем было понятно, мы постараемся говорить на русском. На русском, да. Все на русском будем, да, показывать, рассказывать. Так, ну, что у нас начались летние каникулы. Да, да. Вот с, да, этого дня. Да, 3 июля 2024 года. Время. Время 16 часов 20 минут, угу, показывает. 16 часов 20 минут. Машины уже заведенные. Машины заведенные. Кондеры работают. Да. Вот. Сейчас один дуа сделает, папа. Папа, один дуа сделайте. Уже собираемся. Оми. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Валь-акбату лил-муттакин. Вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммадин. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Бисмиллахиррахманиррахим. فنوضات في ظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فروردگارا سفرلارمزنا بي خطر قيقين اود بلاسدان سو بلاسدان قرو تهمتن بي مخال علمدان هميشه اوزي سخلقين برحمتك يا رحمة آمين الله أكبر всем привет السلام عليكم всем огромное спасибо папа котта рахмат котта рахмат Папа будет рядом сидеть, так что я буду бодро, уверенно ехать, потому что папа рядом. Да? Обязательно, обязательно. Вот. С вас только лайки. Да, ставьте свои лайки, оставляйте и свои комментарии. Больше ничего. Если вы не подписаны на канал, то подпишитесь. Жмите подписку и колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Да. Ну что, детей посадили? А? Да, вот у нас всех детские кресла, у нас все как положено. Здесь, вот спереди детские кресла. Детские кресла. И сзади тоже у нас люлька есть. Ага. Вот, все загрузились. Вот. Люлька есть. Люлька есть, да? А у-у-у. Там тоже два бустера. Безопасность первейше всего. Вот они пристегнуты. О. Тоже бустер, и там тоже бустер. О, привет передайте. Они поедут вот так пристегнутыми. Да. Потому что дорога длинная. Да. Безопасность есть. Ну, безопасность. Как-то так, вот. Все, поехали. Ну вот, выехали. Время сколько, папа? 16:34. 3 июля 2024 года. Сумота был готов. Ключ понял. Орлаш, я так понимаю. Я так не искал. Кто-то звонит.
Это мы налево на Дмитровские шоссе, в сторону в центр выезжаем. Ремонт. Водохранилище Клязьма, это где мост Хлебниково. А тут ремонт, это ремонт надолго, очень надолго, с двух сторон всегда пробка тут. Вот целое лето тут пробка была, весь лето. До ноября написано, да? Да, папа? Да, еще вот осенью будет готово. Это... Матура, когда тебе дорогу дают, сразу соображай, да? Торговый центр Йо, с правой стороны. Слева гайцы стоят, гайцы грузят, поднимают, что хотят делать, короче. Джан, чуть под камеру не попал, да? И 3000. Аварийка, включай. Ай, я скулил. В сторону восток поедем, восток. Мытищи, Ярослав. Самира, говори. По-русски говори, по-русски. Чтоб все понимали. Да? А что, у папа на ракете, что ли? Да. Да? Черная ракета, да, что ли? Я не знал, да. Я не знал, да? Ну вот, едем сейчас по МКАДу. 70, 80, 90. Ну и до конца поездки также будет. Что я хочу сказать? Бесполезно там 120, 130 или 150 гонять, камеру поймать там, огромный штраф ловить. Это все бесполезно. 60, 70, 80, все равно вот 3 сутки мы там будем, иншаллах. Вот. А так это гонки, 120, я 130 гонял. Это все бесполезно, потому что мы не знаем впереди там на границах, какие очереди и сколько стоят люди там. Сейчас до границы, допустим, сейчас 23 часа показывает навигатор, да, папа? Да, 20, по времени. По времени 23 часа показывает. Ну, я приехал туда через 23 часа, но там огромнейшая очередь. Все равно придется постоять. Поэтому не мучайте себя. Едьте, как я рекомендую, 60, 70, 75, 80, нормально. Даже если у вас впереди нет машины, 90. Экономичный,
скорость вот эта. И по поводу бензина, если на газу, или масло расходовать не будет ваша машина. Как-то так, дорогие друзья. Жуковский, Рязан, Волгоградский проспект, то, что нам надо. Через Волгоградка по М5 поедем, друзья. Харитон, 605 Харитон А750. Салам алейкум, брат. Hyundai Solaris. Подписчик. Коломна, Рязан. Волгоградский проспект, центр. Нам как красиво, Рязань надо, Рязань. Нам как раз в Рязань надо. Вот так заедем, да? Кайода? Куйди мы? Аэропорт Жуковский. Мы покинули МКАД, а теперь только по прямую до Оренбурга, да, баба? Да, это М5. М5. Одна дорога, только по прямую. Туда, сюда, сюда, туда повернуть не надо. Котельники. Район Котельники. Волгоградский проспект. Замыкат. Обязательно. Октябрьский, да, подъезжаем? Да, туда. Октябрьский. Да. Обязательно всегда пробки из-за того, что ремонт дорога. Реконструкция идет. Дурдом пишут. Тут дурдом пишут. Просто дурдом. Что дурдом, я не знаю. В комментариях так пишут. В навигаторе. Вот. Мотоциклист на... Ты красавчик. Между машинами поехал. Как-то так, но тут уже немного. Минут 20 мы сейчас уже с плена выйдем. С кромочной плена. Пробка, пробка, когда закончится эта пробка?
Челябинск прямо, Бронница направо. Россия, Россия, красиво, да, деревья. Лес. Лес вот этот, что это, как называется вот этот лес, сосна или что это? Ель, ель. Ель? Береза, смешанный, короче, лес. Ну, в общем, красиво смотрится, это по-любому. Дороги вот отличные дороги. Дорога чисто, ни одного ямки. Мусора нету, ничего. 76-й. 76 это у нас Ярослав. Платная дорога, Коломна, Рязан, Самара, прямо М5, Домодедово, ТЦКАТ, Толруат направо. Ну, это платные дороги по Москве, Московской области. А нам Коломна, Рязан, Самара, которая красная на пересеке М5, нам только прямо пока. А не пока, все время прямо, вообще-то. Прямо, прямо едем. Опа, мужчина битекен, саламат баласакен. Челябинск, Нижний Новгород налево, Ростов-на-Дону направо, Астрахань. Через Астрахань, может, поедем, папа? Папа? Через паром. На паром, да? На фуре же будет. Было же такое у нас поездка. На фуре, когда мы катались. На Волгоград. Волгоград, да? Через паром. С Астрахани. Стоянка большегрузного транспорта. Дождик, дождик, кап-кап-кап. Коломна. Коломна проезжаем. Дождик, идет, дождик, дождик. Все заняты дальнобойщиками. Да. А мы едем дальше. Когда огурцы покупаем, луховицы написано. Луховицы. Огурцы, луховицы. На рынке, да, написано? Или в Пятерочке тоже я видел. Река Черная. Орска никого бельмайды купил. Рязанская область. Сколько время? Время 20.15. 20 часов 15 минут. Рыбный район. Добро пожаловать в Рязан, говорит телефон. Ты
цвеха рязанский. Это теме цвеха была, не Рязан, да? Самара прямо, Лада с правой стороны и церковь. А мы в город не будем заезжать, мы направляемся в сторону Самара. Самара, Эльдорадо с правой стороны. Так я могу сделать. Кияны давно өтіп кеткен бірақ. Давным-давно он озвучил, что я Кия проезжаю, что Лада я проезжаю. Вот Кия, вот Лада. Но его я не вижу пока, пока я не вижу. Это так. Мүмкін үшін ақылы? Мен бұны маячы бұй оңген, бұны іштем өзім қаяғды бұл. Здравствуйте! Тут первый раз такой вижу. Да? Только меньше будет рвать. Хорошо. Здравствуйте! Пожалуйста, это вам. Далеко? Да, Таджикистан, до самого. Семья, да? Дети, все в порядке? Да, конечно. Можно ваши документы? Конечно, вот. Спасибо. Помогает? Тебя обижаю? Да. Сильно. Я же уже 20 лет здесь живу, в Москве. Угу. Своих я знаю, это вообще ни о чем тут. Я именно вот эту в магазине вот, на автозапчасти купил, чтобы заклеить. Где... Если что, я буду снимать тебя и не перебить. Так, теперь, чтобы все были присел. Да? Да. До свидания, спасибо. 89-59 Михаил Калина 02 Toyota Alphard. Салам алейкум, брат. Если себя увидишь, поставь лайк. Пиши в комментарии, да, это я был. Авто. Буксировка.
стоят, смотрят, кого остановить, кого не остановить. Они всех подряд. Газпром нефть. По-моему, и газа есть. Газпром нефть. Тихуей. Час не идем давно. В общем, заехали, поспали 2-3 часа в Газпром, да? Калапшкянский. Калапшкянский, 2-3 часа поспали. Время сколько сейчас? 3 часа утра? Ровно. 4 июля. В 11 часов легли, да, спать? Да. 4? Ну, я особо не спал. Вот я спал. Когда я не на диване, да, не в кровати, да, я не могу уснуть. В общем, вот так вот. Сейчас 5 минут постоим, потом будем выезжать. 4 июля, 3 часа утра, друзья. Всем салам алейкум. Жмите лайки. А мы помчались. Ну, поехали тогда. Продолжаем снимать. Продолжается наше путешествие. Сейчас мы в Рязанском области, да, папа? Да, уже. Скоро Пенза. Как-то так. Перекусили, все хорошо. Али ера заборода. Кук. Спектора. Машетки озу пой машетки, видео инге. Рассвет. От заката до рассвета. Из Москвы до Шацка газ. Шацк. Надо заправиться до Шацка. 436 километров проехал всего лишь. А то на улице останешься. На улице останешься? А газ полно? Нету газ. Вот где газ? Нету. Именно пропан нету. Вот где еще 180 километров проехать. На чем? На бензине. Нам сейчас пропан надо найти. Пропан орангутан. Короче, когда Рязан, там надо еще заправиться и доедешь до следующего заправки. Оренбург. Некрас, говори что-нибудь ты тоже. А? Что надо сказать? Ты где пропал? Со вчерашнего дня. Как сутки вот он появился. Я еще, я по 3, по 4 часа спал. Нету, нету. Мы не спали вот абсолютно. Я говорю, где Некрас, где Некрас? Брат, вот еду, брат, еду, но нету его, да?
В общем, первая заправочка. У вас есть заправка? Да. Полная? Полная, да. Вот это не крузо машина, 104-й. Здесь тоже на СТС-ке кого написано не крузо? Меня. Да тебе еще есть месяца 3-4. Ну, я вам дал эту машину, что ради им было? Нет, не спросил. Вы когда ехали где-то сейчас, минут 15 назад, дергались? Нет, что он там? На яму попал. На яму? Да. Я говорю, может, у него колесо взорвалось, что ли? Оптима. 18-го года. Вот эта заправка нехорошая. Змей Горныч? Подошел к кассе, я подошел. Ага. Говорю, да, полно заправляйте. Ага. Говорит, денег оставляй, потом заправляйся. Ну, они чуть-чуть хамят. Да. Знаешь, первый раз, когда... Когда тоже ехали. Он говорит, бабки оставляй или заправляйся. Так мы не заправляем. Он правильно говорит. Да, я пятерку оставил там. Ну и хорошо. Лучше сюда не заехать. Змей Горныч, на крайний случай. Совсем если без газа, без заправки остается, тогда заезжайте. Правильно. Раз говорят плохо, значит плохо. Да. Согласен. Вот, Змей Горныч. Салам алейкум. Директору Змей Горныча. Добро? Да, да, абсолютно правильно. Продолжаем. Это Toyota не дизель, что ли? Нет, газ на газу. Toyota на газу. Я в Газпроме буду только. Следующий. В России только буду в Газпроме заправляться. В Газпроме? Ну да. Ладно. Смотри тогда, где есть следующий Газпром. А мы продолжаем. Ставим лайки. Дослар. В общем, первая заправочка, как выехали из Москвы, 2350 рублей. Заправились. Вот. Республика Мордовия, вот. Республика Мордовия. Так, это автономная республика. Время при союзе АССР. Мордовская АССР. Просто сейчас Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. Зубово-Полянский район. Ну, это тоже составы в России. Казан, как Дагестан, Чечня, Крым, все они республики, но в составе России они все. Как-то так, время вот сейчас дорога на конструкции. Ремонт дорога. Реконструкция. Инспектор. Остановили, да? Остановили. 104-й Kia Optima и Kia K5. На обочину. На обочину. Ну ладно, сейчас. Да, сейчас проверит и сразу же отпустит.
Короче, мы проехали, двоих остановили. Сейчас проверят и сразу скажут счастливого пути. Вот один уже проехал. Сейчас второй будет. Вот Ахмед. Ахмеда побыстренько проверили. Сразу же счастливого пути. Пензенская область. Салам алейкум, Пензенская область, Спасский район. Время 5.07, 4 июля. Салам алейкум, пензенским подписчикам. Мимо вас проезжаем. Прицеп надо, прицеп. Прицеп, если такой маленький прицеп будет, который этот не надо. Категории Е не надо, до 700 килограмм. И огромный багажник будет. А так если дождик, дождик пойдет, потом все будет мокрое. Наши подписчики с Пензенской области. Салам алейкум вам. Подписчики из Пензы, салам алейкум. Не забудьте лайки поставить и написать: я в Пензе, я поставил лайк. Вот.
это Toyota Center Penza. Пробег центр. Exit. Дальше. Дальше что идет у нас? Jag Motor. Гелио. Ну вот эти вот автосалоны, в общем. Едем прямо. Нету 60 километров в час. Самира? Сабрина? Ну и чё, Лоса? Оранж. Оранж? Вера вилла не ечип койдылари. Тохиле. Demirler tofeyle ağzı mırşap tohtatsı iştarap kulatsı lan iştarap. Поле, поле, футбольное поле. Футбол будем играть? Нет, не. Бунум а будет, да? Ой, это что, арпа мы занимаем? Бугдай. Ячмень, да. Едем, едем, едем. Самира, скажи что-нибудь. Скажи всем привет. Всем привет. Всем привет. Самира. Всем привет. Пункт весового контроля. Не доезжает до Сызрана. У нас нету перегруза, у нас ровно 19, вот останавливает. Это кого? А, его фуру останавливает. А при чем тут я, мужик? Мужик, а вот тут легковушек тоже, вижу. Он тоже грузит. Сервис, виз тоже, да, вот этот виз? Ашка, тохты на ножке. Да. Здравствуйте, старший инспектор. Здравствуйте. Заверил документы ваши вычета. Давай мои сумки. Дети есть, Володя? Есть, да? Нет. Дети есть. Водительский. Чудом пересел. Все добро. До свидания. Что это, Ирина? Сал джиндри алдыли. Сыздыкина как код поеме? Что, ты хочешь поеме? Газом сумками. Счастливого пути. Из-за того, что вы лайки ставите, поэтому все инспектора говорят: счастливого пути. Некрузо худжа тоже расповуда. Смотри, открытый мега, он худаж гуфтамит. Чокады, некруз. Молодцы! Сейчас все расскажу, что сказал гаишник. Хорошо? Смотрите, короче, некруз. Минут 30 его задержали на посту. Что с ним был, что нет, я не знаю. Я потом в конце концов подошел. Сейчас он расскажет вам, что было, как было. За что его задержали. Вон он опять за мной едет сейчас.
сейчас все расскажет. Держитесь в курсе. Как говорит? Держи в курсе. Ана заправки чего перерыв кола? Газпром где керамазовозы. Заезжаем в Газпром. Вот. Сейчас здесь будем завтракать, обедать или я не знаю, что это будет. 11:27. Полдвенадцатого время. Нам заправляться не надо. Вон вот оттуда, вон оттуда. А, Ахмед заправляется. Заправляется. За магазин станет, по-моему, за заправкой. О, Некруза, за что задерживали, Некруз? Кави то, мошенник. Право забыл. Гаишника, короче, обманул он. У него нет водительского, он сказал, нет, у меня есть, но дома. Есть, но дома, и все. Человек умудрился ехать, короче, без прав. Да, без прав. Но гаишник нормальный был, да, он просто отпустил. Нет, он, который меня поймал, нет, он второй нормальный, очень. Который задерживал, значит, он был. Ну, он там протокол, мартакор не составлял же, правильно? Да, сказал, давай я номер права знаешь, знаю. Пробили, да, типа, и отпустили. Да, ты же его брат, правильно? Он сказал, короче, ладно, первый раз прошел, типа, короче, второй раз без проб. Все, с тобой бери всегда. Да, в обратно курага возьмите мне, и все, да, курага? Вот другие товарищи, берите пример, он был охуенный, полицейский. Да, короче, вот так вот. Какой пост был? Сызран, перед Сызран. Да. Перед Сызраном весовой контроль, там вновь стоят вместе с ними ДПСники. Да. Как-то так. Жмите лайки на эту вот на эту ребяту, которые без права ездят, и гаишники прощают их. Сызран, проезжаем. Дуслар, ребята, Сызран. Жигулевск, подъезжаем, Жигулевск. Перед постом спуск, перед мостом. Тут Волга, да? Волга. Из Москвы пароход. До Самары, Казан. До аварийного съезда 200 метров. Вон туда можно, да? По Гурворшке, да. Прямо на море попадет же, по-моему. Вон туда направо. Скоро кафе здесь. Жигулевский гидроэлектростанция. Сауда хумдаха жой дебит, но нам нарам кофтей кармен. Мосту айлантрар кенда бумеем. Вот здесь всегда была пробка. Всегда. И туда, и сюда. И туда, и обратно. Почему-то в этот раз свободно. Странно, тут да, праздник. Тут всегда была пробка, всегда. Худоны берген куны пробки выладдейді кун. Вот такой пробка была. Сейчас вообще даже затруднений нету. 58, 60, вот 70. Здесь сейчас каникулы там. Не, обычно все на каникулы едут, когда вот здесь пробка бывает. Сейчас вообще нету пробки.
Тольятти, Жигулевск, салам алейкум. Всем, кто из Тольятти смотрит нас. Вот мы у вас мимо вас проезжаем из Тольятти 4 числа. Сейчас могу время сказать. Время 13.49, 13.50. Тольятти, Челябинск, справа Тольятти, направо, в центр. ДПС Тольятти, позвони. А почему не остановили? Вы же всегда останавливали, всегда. Сто четвертый Оптима остановили. ДПС, яхсен черт, айоша. 104-й оптима. Оптима? Сейчас я остановлю опять же ты. Он с палкой выходит опять же. Неужели? Самара направо, Оренбург, Волгоград, Уфа. Налево. Инспектор ГИБДД ждет нас, ГИБДД, ДПС, ГАИ, все, короче, все вместе. Сейчас раз поднимаем и останавливаем. Нет? Все ушли. Четкий. 5 звезд, короче. Никого не остановит. Никого не остановит. 5 звезд, это мы инспектор. Это знаете где? Направо Самара, прямо Оренбург. Вон в этом развязке они всегда стоят. Самира? Говори что-нибудь. Ну расскажи. Про дорогу, как едем. Что там, как там. Тебе нравится на машине, не нравится. Да, а так все нормально, да? Не хочу так. Все весело, да, на машине? Да, я не хочу. Да? Путешествие? Да. А ты рекомендуешь в машине? Да. Если у меня не будет тошнить. Ага. Ну хорошо. Едем. Ладно, едем, да, Сабрина? Да. Все, давай. Скажи, жмите лайки. Жмите лайки и колокольчики. И подписывайтесь. И колокольчики, и подписывайтесь. Санчас в Газпроме. Так и выезжаем. Продолжается наш путь. Продолжаем путешествие.
Рус, тут чуть бочка не задавил тебя. Вот этот бочка чуть не задавил, еле-еле успел. Эй, мужик. Мужики, чуть бочка не задавил, эй. Ремелан тохиле. Инспектор ГИБДД Туртуана. Нама быстрее, быстрее, Диса. Инспектор ДПС. Сан Санович. Мужики, погоняться хотели, хотелся, да, погоняться? Компромиссы. Ячменный колос. Будой, будой. Сам сарай вылуп. Что? Зерно, зерно. Мурат бо, зерно на карен, зерно на вагонга оттады бугин это таши из розы. Вчера мы выезжали в 4:30, где-то в этом районе. Сейчас уже 4:30. До границы осталось 360 километров. Вот, сейчас в Оренбургской области. До самого Оренбурга осталось 200 километров. Ровно сутки у нас. Ровно сутки на дороге мы. Как-то вот так вот едем. До границы остался 360 километров. Ну да, да? Да. Вот так вот едем потихонечку, потихонечку. Потом, потом приедем. Босаха, Ахматура, Бос, Дапала, Дапол, Газ, Дапол, Газ, Дапол, Газ, Дапол, Газуй, Газуй, Тапи, Газуй, Мазуй. Двести восемнадцатый, прием, прием. Впереди все чисто, прием, прием, газуй, газуй. Братцы, вы гляну, что на парке там. С кем ты даже были? Ты рано мы? Нет, ну и на парке сам. Натура. Красный песок. Красный песок у меня, красный глина мы. Земля, глина, песок, много. Земля. Перевальчик. Зелёный.
Оренбургский район. Мана Оренбург бям разедованным в ходе Оренбург ба. Сиду километр тоша работ. До Оренбурга доехали, слева завод. Это какой завод, папа? Газоперерабатывающий завод. Вот, газ горит, о, газ. Оренбургский район. А до самого города 32 километра осталось. Время 8:30. Едем, едем, едем. Ищем санчас. Какую-нибудь хорошую заправочку. И там покушать. Поужинать. Потом дальше поедем. Впереди камера на 50. Не-е. Транспортный контроль. 18 километров остался до Оренбурга. Пост весового контроля. Но тут никого нету, там внутри сидят. Такие дела, короче, братва, братаны, братишки. Заметно? Весового контроля вот сюда заехали, короче. Смотри, вот так бежим, отдыхаем. Перекусили. Так что все нормально, все хорошо. 200 километров остался до самого границы, да? Игрос? Курпача, мурпача, все нормально, да? Чай, май. Плов, мулов есть, да, все? Вот. Как-то так вот. Машинки едут в прекрасном состоянии, да, все? Бегрус? Не устал? Салам алейкум. Нет, чуть много устали, все. А так нет, все нормально. Больше сутки он за рулем уже. За мной, мой хвост. Мой хвост. А так вот. Покушали, макушали. Еду набрали. Да, еду набрали. Заправились до полного, да? Да, до полного бака заправили. Хватает навоз не заправили. Подготовимся на новый дорогу. Алишерка. Что? Алишер. Алишер. Алишер Баба. Алишер Баба. Алишер Баба. Санчо, ой, иди сюда. Ой. Ну вот такие дела, короче. 180-200 километров до границы. И там приедем, сейчас посмотрим. А вы пока ставьте лайк. Не забудьте что-нибудь хорошенькое написать. Вот, палец вверх. О-о-о. Да, палец вверх. Очень почалечек у нас. Ну все тогда. Наша поездка продолжается. Поехали. Оренбург. Приезжай. 200 километров до границы. Это центр Оренбурга, по-моему. Всегда показывают эти часы. Кто видел? Кто видел? Кто живет в Оренбурге?
пишите, я видел, я это знаю. Это часы существует. Всегда, когда проезжаю, вот этот часы показываю. Огромные-огромные часы. А, я видела. Где это видела? Я видела. Кодом дело тоже. Койода? Сейчас она видела. Донгузская улица. Горького. М. Горького. Оренбургаз. И что написано? Оренбург газды ухума. Бермиет из крыфт. 1743 год. Круговое движение. Любимый торговый центр. Каре, милый дом с левой стороны. А мы едем на мост. Улица Донгузская. Через улицу Донгузская. На мост. Короче, я, смотрите, за грузовиком еду. Никакой ни стопа, ничего не горит. Я ехал тут сколько можно? 90? 90? 85-90 ехал. Вот, смотрите. Вообще ничего не видно абсолютно. Ну что за дела? Это же опасно. Конкретно в ДТП можно попасть. Зерновоз, сделай свои стопа. Это опасно для кто за тобой едет. Ночью габарит вообще ничего не горит, короче. Смотрите, вот. Абсолютно ничего нет. Дай сделай же, потом у тебя перед тобой появляется машина. Причем 50 тонн или 60 тонн тут груза. Как-то так. Будьте аккуратны ночью. Без габаритов тут катаются. Да? Мужики не остановили. Молодцы. Молодцы. Через 1 километр 500 метров поверните налево, а затем поверните налево. Обычно фуры 7-8 километров стояли, правда, да? В очереди. Сейчас вот 500 метров и очереди нету. На фуру тоже нету. Очередь 500 метров. Со стороны России. Со стороны Солилецк. А фуру вообще штучно, штук 10 фур стоят. Обычно они 7-8 километров стояли. Очередь очень мало со стороны России. В сторону Казахстана. Сейчас быстренько таможню пройдем, потом продолжаем снимать видео. Страховка сколько стоит? Курс валюты за 1000 рублей сколько тенге дает? Ну и так далее. Так, время сейчас 24. 23:59. В общем, 00:00. 12 часов. Время 12 часов. В общем, мы сейчас в Казахстан. В Казахстане уже через границу. На территории в Казахстане. На Toyota Land Cruiser я на 1600 рублей страховку получил на 15 дней. На Kia K5? На Kia K5 сейчас посчитаю. На 2 месяца мы берем. Сейчас скажут. На К5 за сколько получил страховой полис на 15 дней? 1500 рублей. 1500 рублей. А Бехруз на Kia Optima сколько заплатил? 300?
3100 рублей на 2 месяца. На 2 месяца он получил, Бехрус. Это который Kia Optima белый с нами едет. Он на 2 месяца получил 3100 рублей страховой полис. На Kia Optima на 2 месяца, на Прадик на 15 дней 1600 рублей, на Kia 5 на 15 дней 1500. Да, 1500. Так, страховой. А, еще симку. Телебра. Что там было у тебя? Как будет работать, мы нет. Сейчас проверим. Не, вот это что было? 11 гигабайт. Нет, со своей сим-картой. У меня раньше было роуминг за 350 рублей. Сейчас роуминг не подключился. Безлимитный роуминг у меня был. По всему миру 350 рублей. Да. В сутки у меня было. А сейчас не дает подключить. Угу. В общем, за 900 рублей мы симки купили, да? За 900 рублей, да, 11 гигабайтов в Теле 2. Угу. Посмотрим, ну посмотрим, как будет работать. Да. В Казахстане. В общем, вот такие расходы у нас на данный момент. Продолжаем снимать. В общем, снимать. Все вместе сейчас 4000 заплатили. Симка да. Там на 2 месяца. Но симка обязательно получайте. Ну, покупайте, потому что без сим-карты, без интернета. Без никаких ну, связей надо, не будет. Надо. Ага. Надо. Чтобы было связь. Вот. Да. Интернет. И позвонить куда-нибудь. Ну, родственникам, да. Я не знаю. Ну да. Ну, я также, да. Дорогие наши подписчики, сегодня 5 число. 5 июля. Время сколько? 4:15 утра. Как постраховались, машину страховку сделали, сразу же здесь уснули, отдохнули, в общем. Впереди у нас сколько километров? Впереди у нас 1820 километров до границы. От границы до границы. В общем, едем, продолжаем снимать. Командир корабля сообщил, что маршрут перестроен. Поверните направо. В общем, только что заправились в Казахстане газ, то есть газ стоит 60 тенге, 60 тенге, это где-то 59-60 тенге, это где-то 12 рублей, да, папа, в рублях, а? В рублях где-то 12 рублей, а бензин 195-92 было, да? Угу. 195 тенге 92. 100 тенге 20 рублей. 200 тенге это 40 рублей. В районе где-то 38 рублей. 92 бензин. Как-то вот такие вот информации, ребята. Бензин ближе к 40 рублей, а газ от 10 до 12 рублей. Вот так вот. Едем дальше. В общем, ребята, вот так вот мы едем. Спокойно, не спеша. У нас навигатор показывает 100 км в час, вот эта вот трасса. Но у нас круиз-контроль стоит на 95. Круиз-контроль стоит на 95. Все, спокойно, не спеша едете. 110, 120, 130 бесполезно. И
80 тоже бесполезно. Если навигатор смог показывает там 100 км в час, вы поставьте 95 и езжайте спокойнее, без либо какой-то превышения скорости. Поэтому интернет обязательно надо, чтобы скорость поставить нормально. Маршрут составили, полностью где сколько надо ехать, навигатор показывает. Где-то 40, допустим. Вот, сразу же на 40 снижается, там где-то 60, но уже, да, уже все знают, да, навигатор для чего надо. Поэтому симка стоит 900 рублей. Купили симку или подключили роуминг, едьте спокойно, не нарушая ПДД, и никто никому ничего не должен объяснять, показать или что-то доказать. Вот так вот. Карабутак, Шымкент. Самого границы Узбекистана одна дорога до Холоса. Вот так вот не спеша едете все время спешать бесполезно. Хоть 200 км в час езжайте. Вот этот сейчас 6.55 показывает, также 6.55 приедете бесполезно. Где-то в пробке встанете, все фуфло будет, которое вы гоняли 200 км в час и нарушали. Поэтому стабильный скорость, набирайте 90-95 и все. Рамтау, Карабутак, Шымкент, 1564 км. Едем дальше. Такие дороги тоже есть. До Карабутака, да, папа? Начинай Актюбе. Где-то 200 километров вот такой вот разбитая дорога, да? Вот, 139 остался. Да, где-то 200 километров вот так вот разбитая дорога, вообще разбитая. Написано 100, но больше 30 тут не поедешь. Больше 30 километров. Короче, поднимай это до 60, я опять же тормози до 0. Поднимаешь до 40, опять же тормози до 0. Как-то вот так. Километров очень плохая дорога.
дуру, вообще 5 километров в час едут, 5 километров в час на легковушке, по обочине слева и справа как-нибудь вот так вот проезжают. Видите, да? Это Хромтаун. От Актюбе выезжаете до Карабунака. Вот это 200 километров, 200-180 в районе вот так вот. Скажем, 200 километров вот так вот. Вот такая дорога. Другого никак. Если вы готовы, выезжайте на машине. Если вы не готовы на этот, тогда пройдется самолетом. Летать только самолет. Другого выхода нет никакого. Это летом сейчас двигается. Кто помнит, я когда ехал в декабре на Новый год домой, а тут вообще по 10, по 2 недели дальнобойщики тут ночевали из-за того, что вот дорога скользкая была, на обочине съехать вообще невозможно, по обочине ехать. Вот. Тоже видео есть. Видео есть, которое я все снимал. Снежный плен, вот так скажем. Снежный плен. Вон оттуда едут. Па-па-лям, па-па-лям. Синий трактор едет к нам. Вот, как-то так, друзья. Ыргыз, сот. 04.06, 2 часа дня, Иргиз. Аральский 314, Кызылорда 770, Шымкент 1217 километров. Заправка мне на. Объедем заправку, заезжаем. Я знала, я тоже. Казак Ойл. Вот давно. Когда заезжали, вот этот вот минивенчик выезжал с кирпича налево. Но он выезжал с кирпича. Тут же подъехали. Я так же подумал, сейчас они появятся хоть откуда-то. Вот. Кучек, батончик. Сразу с неба выпал. С неба. Они откуда-то появляются моментально. Так что осторожно, друзья. Тут. Что-то серьезно не отпускает. Вот. Моментально появились. Поэтому лучше 2-3 минут где-то разворот надо искать. Чем лучше нарушать. И потом тут. Сейчас как полчаса они там трутся уже. Дам, не дам, дам, не дам. Вон Шкода. А, минивенчик поехал, да. Вот так вот. Заправились. Спокойно выезжаем. Не нарушая. Аксакалы работают, аксакалы. Аксакалы на пенсии, но все равно работают они. Вон туда налево заехали. Что
Хаджи номер даван жила бы на горе. Автовозла. Хавал таща вот. Бля, вообще, алеги Узбекистан на Магалдышке кирейде. Вот Хаджигистан нам чхарышты башляем из дода автомобильны. Мені ваша автовозла хамас хавал таща вот. Колонна 20 штук по 20 автовозла. Автовозы возят китайские автомобили на таджикские номера автовоза, короче. Короче, есть на автовоз работа. Хавал надо таскать, короче. Кызылорда. Кызылординская область. Вот уч. 5 число, 3 часа дня. Казалординская область. Вечно. Тохтыр цунгу мабыр. А езжай 09:09. Автовозы все таджикский учет. Откуда они возят, кто знает? Хавал. Одни хавалы. 100 штук проехал уже автовоз. Все 02 регион Тичи. А что, из Таджикистана машины выпускают уже? Или где-то в другом месте они грузятся? Вот я не могу понять. Смотрите, мы, короче, гаишников пост ГАИ проехали, никто не остановил. Сейчас смотрю в зеркало заднего вида, да, моргает, фары моргает, типа, да, почему ты не остановишь? Что за дела, эй, пацаны? Друзья, когда едете со стороны из Москвы, после Аралкум, Аралкум, да, Ахмед? Ахмед Тура, Аралкум? После Аралкум? Доезжай до Эдкиби, вот, вот такой вот тир-парк есть. Типа тир-парк. Вот. А называется Три Пятерка. Три Пятерки. Короче, тут все есть, все комплекс. Еда, еда всякие разные, на любой вкус. И туалет, ванна, душ, все есть. Мы сейчас сошли, душ приняли. Теперь сейчас зайдем поужинаем, а потом... Сколько километров остался нам? На тысячу. Правда. Тысячу километров остался. Тысячу километров. Это мы через сколько будем? Примерно сейчас. Примерно утром 7 часов, да? 8-9. 8-9 мы уже на границе будем. Как-то так. Сейчас время сколько? Время 7:30. 5 июля 7:30. Как-то так. Едем потихонечку, потихонечку. Продолжается наше путешествие. Жмите лайки.
Всем добра. Ну, видите, сыны. Алишер. Алишер. Проголодался. Айда. Сын Ахмета. Он отец. Дед. Дедушка тоже Алишер. Внук тоже Алишер. Алишер 2. Алишер 2. Вот этот вот Алишер 2. Алишер маленький, Алишер большой. Алишер большой и Алишер маленький есть. Алишер. Что-нибудь закажем. Джигарбандлар, джигарбандлар. Эхтиот булинглар, эхтиот. Будьте осторожны, будьте осторожны, не превышайте скорость.
сатты сапар? Сапарларың бейхатар болсын. Рахмат, рахмат. Сыхатлы сапар дезен бұрады. Алдымызды пост ГАИ. 60 көрсатылген жөйге манама 52 тамам. 40 көрсатылген жөйге 40. 20 көрсатылген жөйге 20. Стоп деген жөйге стоп. Мүнче мүнге айдама ба ұрттарақа айды. Турилла ремейлан тоқилла, Самира. Самира. Самира, тур, тур. Тур ремейлар ин тоқ. Секин, шошилма, шошилма. Шаурон шембе кети. Тоқ ола. Ма дейді бұй, инспектор? Eşin bekti koyup ara, bekledi, bekledi. Тур, тоқ ремен тейні де. Уйғот, үкәйнем уйғот. Уйғот тестес. Гаи де. Гаи. Нама да епті инспектор, енді ман түшінмадым. Бір нымалан түшінтірмақшы бөл ауатты ауызы бұғадам. Салам алейкум. Катта оны көрсеттің сізден. Наманы көрсетті, инспектор? Наманы көрсетті. Хамма құрсеттіңіз көрсеттіңіз. Старший лейтенант полиция. Кужимов Нурбол Туракелдиевич. Саламат бөлін. Көрсетті. Так. Наманы берді сөмкем, наманы. Перепрыгни, дешь, керагин. Ну, они сами решают. А? Я не знаю насчет этого. А ваш мадам? А у их скигам был сама какая-то там, блин. А вам запись было? Я записываю, ты не думал? Йо, инспектор Гегабио, нормальный я. Просто проверю и все. Что у вас
В общем, что хочет этот инспектор? Говорит, на самом деле на этот машину есть у вас документы? Да, есть. Ваше водительское удостоверение. Даже мне на руку можете не давать. Просто покажите все. Показали? Все, в остальном все нормально. Отдыряем. В общем, что сказал инспектор папа? Ну что сказал, все проверил там, все нормально. Просто он нарушает вот этот. Сигареты чекип-чекип, а он так это все оттуда. Где? Вот он самый уставший говорит, вот это водитель говорит. Это видно говорит. Отдыхать надо, да? Мы должны обеспечивать безопасность, говорит. Авария много, туда-сюда, говорит. Ну, в общем, он ничего плохого не говорил нам, этот инспектор. Нет. Он просто посмотрел, да, вот водительское удостоверение и документы на машину. Потому что у него жест, который он должен сообщить впереди, что опасность есть. Водитель уставший, не уставший. А он чтобы... Да. Глаз на глаз. И за это и проверит все документы и все. Поэтому ему дали жизнь, чтобы остановить. Предупреждение там, какой-то безопасность. А так у всех не бывает же, правильно? Да. Вот верблюд посередине дороги. Ай, давай, я не гайду. Устинь это же маску. Вот верблюд. Ну, потом гаишники... Ну, вот, вот под утро ночью, который погоня был за Ахмедом, чем закончился вот этот вот? Почему Ахмеда остановили и фуру остановили? Почему и этот гаишник сразу с Ахмеда отпустил? Что-то Ахмед спросил. Ехал за фурой. По словам Ахмеда, что Ахмед ехал за фурой. Потом там была зебра. И дорога была только одна полоса. Фура обгонял там через зебру. Ахмед же не знал. Он что-то доказал, заметил. И за ним гоняли, остановили. А он, Ахмед, говорит, при чем тут я? И они так сильно заставили, что он остановился. Он не остановился. Ехал за этой фурой. Потом он когда сказал, чтобы они остановили фуру, они потом остановили фуру, и Ахмед тоже остановился. И смотрим, они сразу подошли к Ахмеду. Ахмед говорит, при чем я тут? При чем? Вот фуру остановили, вот спрашивайте у него. Кто нарушал вообще-то? Фура? Фура нарушал, да. У Ахмеда уточнили, короче. Фура нарушал, потом... Водитель подошел сюда, где Ахмед стоял. И фура говорит гаишнику, почему мы не останавливали? Он говорит, потому что вы нарушили. Короче, там полчаса стояли там, базарили. И всех отпустили, короче. Ни фуру, ни Ахмеда, никого там. Просто он предупредил Ахмеда, чтобы он был... так безопасно, что ездил, не нарушал, просто предупредили, отпустили. Да. И мы дальше поехали. Вот такие дела. Может, там не дали внимания там. Но никакого наказания не было. Просто предупреждение. Туркестан. Вот здесь центр, да? Нет, это Янги Шахару. Новые города Туркестана. У меня там двое, не могу я там поезд вокзал где. Есть Шахар. Вот здесь большой мечеть с левой стороны. Поэтому этаж доходит, мы там оставляем. Вот где-то далее идет. Чудо. Это 2000-е годы, да? Как вы говорите?
горы и говорите. Туксан Бехенчин. Рамада. Рамада. Дагестан. Центр Бороки. Мор Аспан. Балерум. Шымкент тас жолы. Шымкент тас жолы екен. Как-то так. Братва, братва работают. Шымкент центр прямо, Ташкент направо. Ташкент направо, прямо центр Астана, Конаклы уе, отель Астана слева. А мы покидаем центр, нас есть на объездную дорогу. Да. Этот город Шымкент. Ну, конечно, мы через город не проезжаем, город покидаем уже. Мечта.кз, торговый центр. Комфорт. Ну, в общем, автовокзал. Автовокзал написано вон там с левой стороны. Автовокзал Шымкент, автовокзал Шымкент. Полиция, с левой стороны полиция. МВД, Министерство дел, по-моему. Стейшн отходит. Ну, в общем, как-то так. Продолжаем, продолжаем. Не забудьте лайки ставить. И про Шымкент, что знаете, напишите. А мы едем дальше. Пока мы город Шымкент проезжаем, люди отдыхают. В общем, сегодня 6 июля, время 9.30. Время 9.30, до границы остался примерно 120 километров. 6 июля до границы остается 120 километров. Сейчас до границы доедем, посмотрим. А так вот, так вот. Третьего выезжали вечером. Четвертое, пятое, сегодня шестое. Да, вот так вот. Казыкорт ауданасы. Остается до дома. Жмите, 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 друзья, жмите, жмите. Наконец-то Ташкент. Через 5 минут будет у нас таможня Черняевка. Но там очередь большая, говорят. Ну, сейчас подъедем, посмотрим. Сейчас подъедем, посмотрим. Направо Ташкент,
Чего они тут под мостом стоят? Направо Ташкент, прямо Ярлама. Так, вот тут есть рынок, шашлык, машлык, обед, мобед, короче, все есть. Где можно парковаться? Такие маршруты на махлатах, рядом бегу шел. Какой Сочи. О, хорона тоже город. Опять чай хорона. Опа, ломаешь. Газ, бей, газ. А ну, ахтархаски хуйзем, кинчик что-то оставал. Нам. Чикарь забора. Сейчас здесь пообедаем. Да, Сабрина? Что-нибудь купим, да, подарки, подарки, да? Можете купить мне мороженое. Ну, а мы купим салфетки. Мне, например. И вот махи где? Чай. Вкусный чай. Вкусный чай? А курут будешь, курут? Котлет буду, скажи. Курут не будешь? Котлет. Так, так, так. В общем, на рынок мы заехали, сейчас пообедаем, вкусненько, сытно пообедаем. И куда, Самира? Домой, да, помчались потом? Таджикистан! Таджикистан! А в бассейне будем? А, в бассейне будем купаться, да? Да, ну, да, 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 да. А вы сейчас проголодались? Ага, очень. Очень, да. Давайте, очень. Покиньте тогда мою машину. Жмем лайки. Продолжение следует тогда. Дор, дор машина? Дор машина, дор? Чё кады? Обед, мобед? Обед, мобед? Обед, мобед. Ин мамы хизуна ин ура. А вот это вот до сих пор спит, даже обед не хочет, по-моему, да? Да, да ладно. Давай, Дю, быстро поедим, покушаем. И погнали. Самира, кто там? Папа и мама. Папа и мама. Да? Да ладно. Ну что, Самира, покушали? Все хорошо? Теперь покидаем? Давай. Петр Кит. Алишер. Алишер. Пообедали, покушали, опять в путь. Сейчас поедем, скоро дома будем, иншаллах. Что голамыз мы надо? 11300 тенге обед. 11300 тенге? Да, да. 10 тысяч, 2 тысячи. Ой, сюжка, да? Шахламез, бедасага, шахламез. Хайран да, хайран. Бұл жер терісін шілішке мұнан? Терісін шілішке қайсы? Қалың кірей болса
Biz endi qo'ydi ko'proq qo'yib turamiz, sharqatqalik qiladi qo'ydi. Erishirish kerak. Mol bo'lsa, mol keldi bu nima? Хлеб. Хлеб? Иди отнеси к папе. Надо машину Кетті мұнда да бұл пычағы да бір кәпірі берейін да бұл пычағы алдыма келді. Бұл шархан пычағы енді біз тез-тез қой сойып тұрамыз. Яқында енді әліге қой сойыдік. Мұнақы пычағларымыз әмәсі Тәжікстанда қоғаныды. Өзгені қиналдық, үшенге мұна Қарымжан. Алу алды жа? Әліге пычағдан оберді, мұна шархан пычағы кәм. Терісін шілген. Құда қолысы, бұл сапар мұна қой сойысы іштетамыз. Әбет қылып өлдік енді кетті өбіміз әрі. Сапарларымыз бе қатар өсі, оны арқыға қарып. Қойғын тәйдім, бұл 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 әрі. Бұл ғач мұл? Бұл ғач. Қой, 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 әшекке қой, езен е. Өміз әмін өмеге қой сеткеге, әліге кәрзінкеге. Бәділәлі мәлі істәңкеге қамайдым. Бәд боз ардық. Күші келі, я беріш керем. Беріш керек, ең қаладым. Неш білі кен? Мен білім. Е, бұл деп. Онда бұры дейді табы. Бұл боз ардық келі, бұл? Қош келіңіздер. Қош келіңіздер. Қош келіңіздер. Қош келіңіздер. Қазақстанды Шымкент вилаяты Сарыағаш. Мамлеке язгам? Сарагаш дейді. Сарагаш. Сарагаш. Өзбекистан таманге ям өтті. Отты мы проехали в сторону Өзбекистана. Уже мы в Өзбекистане находимся. Братаны, мы в Узбекистане. Время сколько? 7 часов. 7 часов. 7, 7. 6 июня, 7 часов. Ташкентский вилаят. Поехали. Часов время занимал. Пересечение границы со стороны Казахстан вот в сторону Узбекистан. Вместе с осмотрами, вот со всеми платежками. На тонировку, со всем тут. Разгружай, выгружай через лента, мента. Все, вот этот 5 часов время занимал. Вот так вот.
Смотрите, вот смотрите. Navoiy, Buxoro, Xorazm, Nukus, Yangi, Chinoz. Chinozga qarab ketamiz. O'zbekiga, Gulistonga qarab yurishimiz kerak. Tarixda sir beringizki, Yangi Chinoz. Это Ташкентский область, да, да? Или Ташкент? Самарканга қарап кетмейсіз ба? Вода. Сырдарьё вилояти халқ бўй бўлса нима, давлат ҳам бой ва қудратли бўлади. Сырдарьинская область. Вот рыба сколько, о-о-о. Море рыбы, рыбы много. ЕПХ. Yo'l patrul xodimlari xizmati. Yo xizmati. Yo'l patrul xizmati bo'ladi, va? DPS kerak xizmati. Ha, DPS kerak. Yo'q. Navoiy qushto pishit Qozog'iston Respublikasi prami. Это нам не надо. Termiz Samarqand Jizzax tomonida, короче, туда едем, да. В общем, когда пересекаете границу с Казахстана в сторону в Узбекистан, у вас будет расходы 200 тысяч сом. Узбекский сом. Это за тонировку. Если ваша машина тонированная. Тонировка есть в машине. 200 тысяч сом. 189, но я округляю 200 тысяч сом. Курс валюты 1000 рублей 130 сом. 1000 рублей даете, 130 тысяч сом дает. А за тонировку тут же есть банк. Самому в границе, вот на пограничнике, ну, вот, где вот этот вот, пограничники, да, где печать ставит. Он там любую, хоть доллар, хоть евро, любую валюту там принимает. Даете сразу, посчитаете, если сдачи надо будет, сдачи дают. Вот. Кроме вот этой тонировки, если в машине тонировки нет, значит нет расхода. Вот такие дела. Аки қызылға түшіп алып, бізді көрсете алады екен. А чё нас показываешь, братан? При чём тут я? Я же остановил на красный. Ты сам поехал. А при чём тут я? Нагло меня показывай. Шахарки деньги данги обрыгают холы. Вон Прада виноват, говорит. Какой Прада виноват, эй? Когда ты на красный цвет проезжаешь. Или тормоза не работает у тебя? Тормоза не работает, походу, да? Ну ладно. Это Узбекистан. Что-то в ангеле он не найдется. Если видишь, что...
Qalasiga ishlab kelaninglar. Hammaga nima? Yo'l berib unga burilish mumkin. Qizil bo'lsa ham. Короче, тут смотрите, на светофоре написано всем уступить, даже горит красный сигнал. Если направо поворот. Если направо поворот, всем... Без стрелки. Да, без стрелки, без ничего. На красном ну, можно поворачивать. Горит красный свет. Уступить. Давай. Всем уступить. И за ними ехать направо, на красный свет. Вот такой вот знак стоит, короче. Короче, как вот я только что прочитал. Аммаги йоль береп, венге бурушингиз мумкин. Это вот так вот озвучил. Да. Вот беговат юли чихады, беговат юли, да, венге тамыз. Турга ангеренке тады. Бізге ангеренке дегемаз. Ne bitti DPS'le durdu DPS'le. Bana sana geldim ada. İnspektör. Ali gelin tüzgen joy esindi bu sege. Uğra buna. Aaa manşet mi? Manşeti tırıştırı burada. Nemege tohtattı indi brat. Toshkent viloyati, Toshkentskaya oblast. 2 km 5 bilan. YPX yo'q bu yerda bilan ko'tarib o'rgan dadi. Ayta o'tirgan bo'lsa. Ha, ne to'y. Ishlayapti. Angre Qo'qon Andijon to'riga. Ohangaron Begabot направо. Вот что на то, что нам надо, Бегабат. Что это? Сокола сидит там. Да, ничего. Дедушка, а что за район? Я не знаю, Бегабат. Сокол. Toshkent bo'kanali va Begabod Oybek направо. O, ona yuribdi ekan. Вот телёнка. Да. Через 27 километров ты увидишь Дову Джаброил. Я уже скучаю по Довута. Да, Джаброил, они сам все там, а Муса. А Сахан там уже Довута. Муса, Джаброил. 21 минут мы будем дома. Да, иншаллах. Вот. Как-то так. Бегават туманыга хуш келипсиз. Добро пожаловать. Бегаватский область мы, да? Район. Все район. 7 километров. Бегаватский район. Добро пожаловать в Бегаватский район. Вот это и есть Бегават. Вот ДДшники. Инспектора стоят. Худжанд. Вот и Худжанд наши налево повернули
И мы покидаем Республику Узбекистан. Заезжаем на свою родину, Республика Таджикистан. Сагдийский область, город Худжан. Таджикистан, Батыш. Стоп. Есть. Остановились. На разворот. Да, правильно, Таджикистан, Бапиш. Вот Худжан, и тут направо. И мы дома, в конце концов. Как это озвучит, приятно, да? Очень приятно. Да ладно. Да? Сейчас Даул увидишь, да, поэтому? Не-а, мне приятно, если я вижу Муса. А, Муса? Да-да-да. Вот, кстати, для ранах души вообще не осталось. Ну вот, территорию Узбекистана уже мы покинули. 6 июля, время в районе 8 часов, по-моему, по-моему, где-то 8 часов. И у нас родина наша, Таджикистан. Таджикистан. Вот мы заехали уже на солнечный Таджикистан, гостеприимен. Как говорится по-русски, я тоже хорошо не разбираюсь. جان به قربانی تو ای ملت خونین کفنم. بودی بیت الشرفم. گشتی بیت الحزنم. دشمن از چهار طرف اجنبی و خانگیان. تنی تنها بچی نیرو صف اعدا شکنم. تاجیکم در وطن خیش چرا متهم است یا خطا رفته به تاجی تولد شدنم ای خراسان تو بگو ساحت ایران بیچ کو من از این فاجعه چون شکل بیاندان نکنم گریه من نه از آن است که بیچاره شدم هم نه از آن است که فرسوده بود پیرهنم گریم از آن که تو را حکم به کشتن کردم ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم گریم از آن که تو تنهایی و من تنها تر وطنم آ وطنم آ وطنم آ وطنم دارید خوشید تابان یا گاری سوی سامان این دارید خوشید تابان یا گاری سوی سامان خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان 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 زرفشان تا بدخشان از خوجنده تا بختلان از زرفشان تا بدخشان از خوجنده تا بختلان مسکه ای دل
مسکنی جان دولتی من تاجیکستان 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 زمینی ساده ها باتی خود افروده ها مهربانی بیبتر ها دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان این همه شادی مبارک بخت و آبادی مبارک گشت آزادی مبارک دولتی من تاجیکستان 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 دولتی من چی داند که چی شد من بیخری خان دنیا کو سران دنیا کو سران کاری دنیا کو سران دنیا کو سران کاری